бакинской школе 46 начался новый учебный год. Первым большим праздником здесь стал еврейский Новый год. Его отметили ребята из еврейского учебного корпуса. На мероприятии побывала наша съемочная группа. В бакинской школе номер 46 отметили Рош ха-Шана. В учебном заведении действует еврейский корпус, где изучение знаковых дат национальной истории – это часть образовательного процесса. Помимо изучения предусмотренных государственной программой предметов, здесь преподают иврит – основы еврейской культуры. В школе активно помогают знаменитые уроженцы Азербайджана. Особенно хочу подчеркнуть поддержку Международного фонда СМЕГИ, а также лично Германа Шмидта Захарьяева за ту поддержку, которую много лет он оказывает нам. Школа работает уже 26 лет. В этом году в еврейском корпусе за парты сели 10 первоклашек. Огуречек какого цвета? Зеленого. Да. Зеленого. А гранат какого цвета? Красный. Красного. Молодцы. А яблочко какого цвета? Желтого. Желтого. Еще бывает красное яблочко, бывает зеленое яблочко. На Рош ха-Шана мы что едим? Что едим на Рош ха-Шана? Яблоко. Гранат. Шафар не кушаем. Дудим шафар, да? И мед. При еврейском учебном комплексе функционирует также садик с тремя возрастными группами. Школа продолжает развиваться, у нас будут продолжаться те же кружки, особенно те же занятия, которые были в прошлом году. Будем стараться дать максимально больше знаний нашим детям. В детском саду при школе сейчас занимаются 30 мальчишек и девчонок. Подрастает здесь и будущее поколение первоклашек. В стенах школы действует подготовительное отделение, где обучаются 10 детей. Для них первый звонок прозвенит в следующем году.